То есть, если не будет наблюдательства, вот у вас сколько там, человек уже 130, 140 уже на сайте, да, я не помню, я давно не смотрел. Много, 100 точно есть. Есть. Я вот, 140. Давайте разделим на три категории депутатов. Человек ходит, голосует за себя. У тебя же не всегда все голосуют, как вы говорите, вот единогласно, да? Разная точка зрения. Человек не ходит на сессию, ну, без фамилии, вот не ходит на сессию, но разрешает за себя голосовать и просит даже. Человек на сессию ходит. Не, ну есть договоренности какие-то. Я ж ни разу не был, что кто-то вот сказал, что Яценко нажал, а я был категорически там, да? Не было ж такого. Поэтому и возникает вопрос, что делать, да? То есть, например, вот был недавно этот, подождите, что ж мы голосовали? А, про буллинг, например. Ну, хороший закон. 202 человека в голос. Но я уже уходил, я уже вышел сюда. Мне звонят, говорят, что без вас трудно. А кто звонит? Я вернулся, ну, не важно. Я вернулся, мы его приняли. Скорее всего, в The Records. Я не буду нигде. Да нет, ну, как бы, ну, зал должен работать, но это парламент, ну, вы поймите. То есть, должны быть какие методы? Либо увольнение за прогул, да? Значит, ответственность там за кнопкодавство. Но не увольнение, а отзыв. Техническая вещь. Вот завтра поруби может, вот проснется с утра, он может включить кнопку еще Сеценюка, 10 лет она уже и больше даже. Я могу показать кнопка. Вам, если хотите, вот красненьким, вот так, если подложить руку, да? Можете сфоткать. Я могу вам, пожалуйста, показать, вот зайти в зал. Да, давайте. Вы подниметесь на третий этаж, я вам покажу. Она светится, все, только ее надо запустить, ничего не мешает ее запустить. Эти разговоры, что карточки, не надо никаких, она есть. Сократить секунды для голосования, сделать, дать 3 секунды, дать, а не 10, условно говоря, да? Ну, не успеешь. Отпечаток пальца внедрить на каждую. То есть теоретически, технически все что угодно можно сделать.